Хамрын заранее готовит это лавс. Тесто готовим заранее, каждый кусочек весит 220 граммов. Мука специальная, рисовая, потому что тесто надо растягивать. А это такой аппарат для растягивания. Потом уже раскатываем вручную. То, что пиццу в итальянском ресторане готовит кыргыз, никто из клиентов не подозревает. Итальянскую кухню Дастан знает не хуже любого местного повара. Я умею готовить все, что едят в этом регионе. А здесь любят рыбу, тесто. У нас бишбармак называется, у них кальято. Делаем все вручную. Также делаем ньокки из картофеля. В общем, все умею. В Риме Дастан приехал почти 10 лет назад. Оставаться вначале не планировал. Найти хорошую работу тогда было не легче, чем сейчас. За 10 лет здесь не осталось работы, на которой бы я не попробовал поработать. И на стройке, и на почте. Где я только не работал. В конце концов стал поваром. Мне понравилось. Сами итальянцы очень терпеливый, приветливый народ. Я не чувствую себя чужим. Когда бываю в Кыргызстане, спешу в Италию. Домой. Родной для Дастана чужая страна стала не просто так. Здесь, в Европе, в 34 года он нашел вторую маму. В Италии его официально усыновили. Дастан говорит, что это единственная страна в мире, где разрешено удочерять и усыновлять совершеннолетних. Главное, чтобы разница в возрасте составляла хотя бы 21 год. Она относится ко мне, как к сыну. И даже больше. Такую любовь матери к сыну не часто увидишь. Это видно по поступкам. Усыновить мигранта из Кыргызстана Ингрид решила после того, как ее больной супруг, за которым Дастан ухаживал, захотел оставить ему все наследство. Однако из-за того, что Дастан жил в Италии нелегально, Ингрид после смерти супруга усыновила своего помощника. Теперь большая кыргызско-итальянская семья живет вместе. Когда муж сказал, что она хочет его усыновить, я испугалась. Как это? Что нам делать? Потом жизнь все расставила по местам. Сейчас смотрю, она очень любит внуков и ко мне очень хорошо относится. У Надиры и Дастана две дочки, Айлин и Дари. Ингрид обе называют бабушкой. Семья живет в тихой провинции, недалеко от Сан-Марино. Остался бы Дастан в Италии, если бы не неожиданное наследство, он сам не знает. Большинство мужчин-мигрантов из Кыргызстана, не найдя здесь хорошего заработка, уезжают обратно. Александр Касаткин, Жибек Бегалеева. Настоящее время.